Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Я сегодня заказала две пиццы, и сегодняшнее видео я снимаю со второго дубля. Такое бывает реально крайне редко, и сейчас я вам расскажу почему. Но для начала давайте представлю, что у нас на столе. Пицца с грибами и беконом, ее я уже пробовала, она реально очень вкусная. А вот эту я буду пробовать впервые, она с курицей, и сейчас вам точно скажу, как она называется. Впервые будем с вами пробовать пиццу с наггетсами. Выглядит очень аппетитно, а самое главное, они горячие. Они пришли настолько горячие, что когда я поднималась наверх в лифте, у меня аж руку сожгло. И напиток у нас вот такой, я не знаю, он алкогольный или безалкогольный. Это Берг. Его купила мама. И мне почему-то кажется, что это какой-то энергетик. Я подобные вещи не очень люблю. Но так как он уже больше месяца лежит у нас на полке, уже пора его пробануть. Ну, такое себе. Так, давайте начнем с этого кусочка. Как получилось так, что я снимаю это видео со второго дубля? Сейчас вам расскажу. Просто... В общем, вчера из этой же доставки я заказала две пиццы. Одну такую, другую тоже вкусную. В конце этого видео я вам вставлю кусочки из того видео. Какая острая. В общем, сижу я, значит, снимаю, сняла где-то 4 минуты. И тут кто-то стучится мне в дверь. У меня такой мандраж бывает, потому что обычно мои знакомые, да все абсолютно, в обязательном порядке предупреждают перед тем, как прийти. И, возможно, это неправильно, но если я смотрю в глазок и не знаю человека, я не открываю. Не то, что я паникер. Если это комендант, он может позвонить на телефон. У меня есть его номер. Если это вода, опять же, сейчас я быстренько пойду за салфетками, потому что забыла, и вернусь. Давайте как раз и кондиционер выключим, а то от него столько шума. Не знаешь, пользу больше от него или вреда. В общем, я сижу, снимаю для вас мукбанг. И ко мне пришла подружка. И у меня получается мукбанг не то, что на половине. Ну да, где-то на половине. Мне просто стало неудобно. Я думаю, это было бы крайне некрасиво. Она сидит и смотрит, как я ем. Так получилось, что мукбанг был на 6 минут. Я же не могу выложить 6 минут. Я, естественно, выключила камеру. Взяла то, что осталось от пиццы. Потому что пицца, какая разница, я притронулась или нет. Я кусочек взяла, то есть подружка тоже может кусочек взять и съесть. Ничего в этом брезгливого нету. Мы в ресторанах тоже часто бывает заказываем одну пиццу и вдвоем кушаем. Вот, поэтому... Вот так вот получилось. Я вам в конце видео
вставлю кусочки, чтобы вы могли убедиться, что это действительно было так. Весь вечер мы провели вместе, потом спустились вместе вниз, погуляли в парке. Я себе кое-что прикупила, надо было снимать влог. А я это не знала. Тут у нас рекламка. Вчера еще расстроилась из-за одного момента, который, возможно, вам покажется, что я буду рада, но ничего подобного. В общем, уже давно по интернету, что YouTube так же, как Instagram, заблокируют. И вы знаете, сначала я как бы паниковала по этому поводу, а потом так как замену Инстаграма так и не нашли, то есть альтернативы нормальной нет, я подумала, что все-таки YouTube это не коснется. Но подобных новостей все больше и больше. И вот позавчера мне брат говорит, у меня YouTube, говорит, нормально не работает. То есть все очень сильно глючит, и, скорее всего, в скором будущем его заблокируют. Я все равно, знаете, склоняюсь к тому, что не может быть, что это просто стрельба в воздух. Ну, раз они сказали, два они сказали, но постоянно это все. Мне кажется, пока что нету достойной замены. Но когда она будет, YouTube заблокирует. И вы, наверное, сейчас скажете, вот, какая тебе разница, все равно ты от России ни копейки денег не получаешь. То есть твой доход никак не пострадает, а наоборот увеличится. Потому что люди начнут заходить через VPN. Но это людям, которые меня поддерживали с самого начала. Мы с ними уже стали как семья. Ну вот реально. Я же не год веду свой YouTube-канал, правильно? Ты просто часть твоей этой семьи просто уйдет от тебя из-за причин, которые не связаны с тобой, не связаны с какой-то твоей ошибкой, понимаете? Люди бы, возможно, хотели бы тебя смотреть, а у них больше такой возможности не будет. И вот тут, наверное, вы мне скажете, переходи на Дзен, переходи на Телеграм. Сейчас те блогеры, которые переходят на Дзен, они вот когда говорят про Дзен, вы можете заметить, что внизу выходит ООО, реклама и токен. То есть им заплатили за то, что они это говорят, за то, что они переходят на Дзен, понимаете? И мне тоже предлагали, но если была бы крутая платформа, почему бы не перейти? Но там людей-то мало, понимаете? Людей мало. Сколько ты там максимально просмотров наберешь? Я вот убеждаю, что хорошо, что я начала азербайджанский канал. Я очень надеюсь, что у нас никаких блокировок не будет, потому что у нас люди все просят, чтобы заблокировали ТикТок. Зачем им это надо, непонятно. Вот я человек, который абсолютно никак не зарабатывает с ТикТока. Очень много людей там всякие видео снимают, просят, чтобы заблокировали ТикТок, типа.
нас это не делают. Я надеюсь, что не сделают. Потому что хочется выбирать. Вот просто скажу вам, хочется выбирать. Вот хочу я зайти в Инстаграм, я зашел. Хочется жить абсолютно без запретов, без ограничений. Просто хочу вам сказать, что я вас очень сильно люблю. И я бы безумно не хотела вас терять. И неважно, ваши просмотры монетизируются или не монетизируются. Вы мне просто как часть моей семьи. В самом начале моего пути вы же меня поддерживали. Все-таки хейтеры — это 5%. Все остальные люди нормальные, адекватные. Наткнулась на видео одного парня, и он снимает летсплей. И у него там 7 миллионов подписчиков, короче, русскоязычная аудитория. И он рассказывал о том, что 11 лет своей жизни он потратил просто чисто на развитие этого YouTube-канала. И ему искренне больно. И вы знаете, я его настолько понимаю. Мне кажется, меня не поймет человек, который никогда не вел соцсети. То есть другие люди скажут, ну подумаешь, перейдешь на другую площадку. Это не так легко. Мне предложили недавно очень хорошие деньги. Прям очень хорошие деньги за мой бум-канал, на котором 300 тысяч подписчиков. Там собирались снимать тоже что-то вроде детского контента. Целая команда. Там отдельный монтажер, отдельный человек, который создает контент. И видео по типу АСМР планировалось снимать. Им нужен был уже готовый канал с монетизацией. С готовой аудиторией. Понимаете? Что мне за уведомление пришло? Ничего хорошего. Закончилась страховка моей машины. Опять платил эти $40. Каждый год. В общем, мне хотели заплатить очень крутую сумму, но я не согласилась. Хотя, если так смотреть, это было бы логичнее, потому что мой бум-канал я почти не веду. То есть уже последнее время я туда не публикую, но все равно, несмотря на этот момент, мне очень сложно оторвать от сердца и просто продать. Почему-то люди такого плохого мнения обо мне, что вот я за деньги готова на все, а я вообще не такой человек. Не то, что я себя хвалю сейчас, но реально. Очень жаль, что вы такого плохого мнения обо мне. Я как верблюд. У меня просто не осталось напитка. Какой он маленький вообще. Интересно, он алкогольный или без? Мне кажется, это просто какой-то энергетик. Я часто видела рекламу у разных блогеров этого энергетика. У наших местных. Это Берг. Наверное, что-то наше. Потому что Бизон
И вот этот напиток, я слышала, что дают очень хорошие деньги блогерам. Так что, мои хорошие, вот такие вот дела. Хочется снимать контент. Хочется это делать без ограничений. А вот сейчас мы сами тоже немножко в подвешенном состоянии. Чего ждать? Возможно, я утрирую, и нас это не так сильно коснется. Но просто тот момент, что какую-то часть своей аудитории я просто в один день потеряю. Потеряю как бы связь с ней. Мне это очень расстраивает. Вот этот шум, который вы слышите, эта соседка сверху, она пылесосит. Видите, как слышно? Точнее, слышите, как слышно? А еще, когда ее дети шалят, когда к ним приходят гости, они начинают играть в догонялки, это просто ужас. Моя люстра трясется. Я несколько раз говорила им об этом, но сейчас я вижу, что дети просто неуправляемы, потому что я слышу, что она на них кричит, они не слушаются ее. То есть это делается не специально, поэтому приходится как-то терпеть. Хоть со второго дубля я сняла это видео, мне кажется, получилось максимально искренне. Хотя в прошлом видео я говорила то же самое. У меня на протяжении прям всего этого видео опять какая-то чуйка, что сейчас кто-то придет. Но это хорошо. Когда гости к вам домой приходят, вообще мама всегда говорила, что гость — это посланник Аллаха. И если к вам приходит гость, то обязательно ему надо накрыть на стол все, что есть абсолютно дома. Это тебе по-любому воздастся. В двухкратном, в трехкратном объеме. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Как бы оно там ни было, не забывайте подписываться и ставить лайки. Всех люблю. Поэтому я решила взять себя в руки и начать опять снимать мукбанки. Что у нас на сегодня? У нас две пиццы, и, если честно, в доставке не был упомянут вообще размер. Я почему-то думала, что это стандартные средние пиццы, но на самом деле они очень маленькие. Недавно я очнулась, что сделала уже третий платеж по своей ипотеке. Вроде бы недавно купила, а уже третий платеж, представляете? А у меня всего на 36 месяцев, получается, осталось 33 месяца. Постоянно захожу на страницу жилищного комплекса.